Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. 200 миллионов получил бюджет Кирова за коронавирус. Это новая дотация, которая пришла из федерального бюджета. Она должна компенсировать выпадающие доходы из-за введения ограничений, связанных с распространением инфекции. Кроме того, около 50 миллионов получено для муниципального перевозчика АТП, чтобы компенсировать падение пассажиропотока из-за того же коронавируса. Оценить потери городского бюджета из-за ограничительных мер пока сложно. Известно, что потеряно 9 миллионов от арендаторов городской недвижимости, поскольку временно плату с них не брали. Плюс еще 20 миллионов они просто не заплатили, это долг. И еще на 20 миллионов за полгода выросла недоимка по налогам. Программа «Экономика». Более 150 предпринимателей освободили от платы за госимущество. Почти во всех муниципалитетах власти предусмотрели послабление для арендаторов своего имущества из-за коронавируса. Это либо отсрочки, либо скидки, либо временное освобождение от уплаты. За преференциями обратилось почти 300 предпринимателей, 180 из них отсрочки или скидки получили. В Кирове с 1 августа хотят возобновить сбор платы с арендаторов. Экономика на 101 FM. Приставы поймали итальянца, который не оплачивал дорожные штрафы. Иностранца выявили во время совместного мероприятия ГИБДД и службы судебных приставов в Нововятске. На нем числилось 5 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД и задолженности в пользу бюджета на общую сумму почти 32 тысячи рублей. Узнав об угрозе ареста своего автомобиля, должник на месте оплатил все свои штрафы, рассказали в службе судебных приставов. Экономика. Завершение о валютах на сегодня. Доллар стоит 70 рублей 96 копеек, курс евро 82,19. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.